Привет, сегодня покажу интересную штуку, такую как вот каким образом, да, вот можно попасть в проект, в монету до того, как о ней узнает весь мир, до того, когда она уже наберет мощные обороты и ей будет сложнее иксануться. Вот, мы сейчас находимся на такой платформе, как Messario IO, и здесь по некоторым монетам выдается информация, например, FTT. По этой информации мы знаем, что ранее на приват-раундах, еще когда было ICO в 2019 году, в эту монетку люди заходили в 0.10 центов. А на хаях в 2021 году эта монета FTT выросла до 84 долларов. Поэтому 84 доллара делим на 10 центов, получаем 840 иксов. Умножая это на 100 баксов, то эквивалент 100 баксов превращается в 84 тысячи долларов. А 84 тысячи долларов умножаем на 60 рублей по сегодняшнему курсу. Это 5 миллионов рублей 40 тысяч. 6 тысяч получилось 5 миллионов 40 тысяч. И вот мне стало интересно, а как же попадать с этими людьми на такой ранней стадии зарождения нового пулевого проекта? И к моему удивлению, ко мне обратился человек, который приобрел наш закрытый чат. Познакомил меня с удивительным человеком, который является сооснователем этой платформы и который прошел, ну, нереально, как бы, крутой путь, о котором, возможно, ты, если захочешь, ты узнаешь. Во-первых, меня зацепила команда. Во-вторых, это все децентрализовано и уже все подкручено под Web 3.0. Что значит Web 3.0? Это когда все монеты, все средства принадлежат тебе. Это когда пишется смарт-контракт, запечатывается, и ты и никто другой, кроме тебя, не может получить твои монеты. У сооснователей и основателей нет соблазна, потому что все запечатано. Они могут получить только свою львиную долю, и все. Также меня заинтересовало то, что здесь есть образовательные школы, а точнее академии, и также помощь, которая показывает, какую монетку лучше держать в долгосрок, в 2-3 года, а от каких монет стоит избавиться уже сейчас. Также мне понравилось, что здесь идет обучение на сохранение капитала. Это первое, что нужно научиться делать. Придя на любой рынок, необходимо учиться сохранять капитал, а потом уже накапливать. Давай сначала поговорим о стоимости лицензии, прежде чем я прочитаю ее перспективность. И прежде чем я ее посчитаю, я хочу тебе сказать, что есть очень популярная платформа, она называется DAO Maker. И у нее есть своя монета DAO. Так вот, чтобы участвовать в гарантированных аллокациях, то есть гарантированно зайти в новый проект в монете DAO, необходимо, чтобы в монете DAO у тебя хранилось минимум 10 тысяч долларов. Минусы DAO, то что DAO не децентрализованный, ну как бы там централизованный. Если они захотят не отдавать тебе какие-то монетки, они просто возьмут и не отдадут, потому что там нет смарт-контракта. Там нет рекомендаций о том, что какую-то монетку необходимо держать в долгосрочной перспективе, чтобы собрать как можно больше иксов, потому что эта монетка очень ценная для людей, для развития криптовалюты в будущем. И в настоящем этого нет. Плюс есть один, что ты один раз приобретаешь монетки DAO и участвуешь. Если ты зайдешь, конечно, на нисходящем рынке, когда монетка DAO будет валяться, и ты ее закупишь, и она вырастет, тут да, очень классно. Но есть те, которые закупались на хаях, и сейчас просадки. Или уже, возможно, от страха давно выскочили с этой монеты DAO. Сколько же стоит адекватная сумма участия в такой возможности, как войти в новый проект на старте с рекомендациями, с обучениями, с перепрограммированием сознания и подсознания? Потому что выйти на другой уровень денежных средств, на другой объем, о котором только все мечтают, это нелегкий путь. И требуется обучение, требуется трудиться, требуется меняться, требуется анализировать, требуется жить в настоящем моменте, требуется наблюдать за собой. Куча-куча всего, и все эти инструменты есть там. Так вот, эта цена составляет 300 долларов. 300 долларов. Гарантированная аллокация, децентрализация, то есть монеты распределяются смарт-контрактом. Есть такая глупость, что минус в том, что человек может потерять доступ к кошельку.
кошельку. Так ты запиши в нескольких местах. А закопай на бабушкином огороде банку и вбей туда данные. Я считаю, что это такой глупый минус, потому что это на самом деле снятие ответственности. Снятие ответственности в том, что я Маша растеряша, я потеряю. Потеряешь, станешь сильнее. Не потеряешь. Тебя ничему это не научит. Вообще ничему. Поэтому готовься. Потери неизбежны. Но с обучением ты это можешь обойти. И обучение здесь есть. И очень крутое. Мне очень заходит. Это лицензия дает возможность приобретать монетки. Для старта, в принципе, это очень даже круто. Взять вот такие иксы, конечно, это долгосрочные иксы, но краткосрочные это 10-20. То есть на растущем рынке будут 10-20 сотка иксов уже практически на начальном этапе. То есть стартует монетка, проходит 3-4 месяца, 5, команда подготавливается и начинает давать памп. И там как раз будут нормальные, шикарные, сладкие иксы. Также это очень происходит в начале. В начале, на старте. Если ты проанализируешь DAO Maker, то там и 150, 140, 50 иксов на растущем рынке. Сейчас мы только накапливаем, потому что монетки, в принципе, все эти проекты, они не выходят. Но аллокации приходят, открывают пул, собирают деньги и все, и ждут. Открывают пул, собирают деньги и ждут растущего рынка, чтобы не угробить проект. $300 дает зайти бюджетом в $1200. То есть в целом это вот, допустим, взять взнос первый на первую лицензию, чтобы реализовать 1200 в новые проекты, распределяя. Потому что неизвестно, какой проект даст такие бешеные иксы, а какой проект даст маленькие иксы. Нужно распределять. И как минимум в 10 проектов. Как минимум. Но мы видим, что как минимум здесь можно зайти в 12 проектов с такой суммой. И также хотел добавить, что в течение 6 месяцев, после приобретения лицензии, в течение 6 месяцев ты можешь зайти на эту сумму. Ты можешь, точнее, больше зайти, да? Но лицензия рассчитана на 6 месяцев. То есть бюджет у тебя должен составлять в месяц $200 уходить на монеты. Монеты, конечно, будут намного чаще появляться, чем в месяц. Планы такие, что в течение месяца у тебя должна быть возможность задепать $200. $200 в течение 6 месяцев. В течение 6 месяцев ты, приобретая лицензию, должен успеть задепать $1200. Соответственно, у тебя должны быть свободные деньги от твоих доходов $200, чтобы входить в проекты по $100. Проекты на самом деле будут появляться намного чаще. Фокус такой, что 4 монеты в месяц. Но ничего страшного, как бы ты можешь в течение, допустим, бюджет не позволяет, допустим, заходить в течение одного месяца в 4 проекта не позволяет, то ты можешь заходить в 2 проекта. Если позволяет в 4, заходишь в 4. Если позволяет бюджет заходить не в $100, а готов распределить там на 200 или на 300, используешь эту модель. Инвестиция происходит кратным путем, то есть можно зайти на 200 в одну монету, на 300 и на $100 для удобного счета, чтобы все просчитать. Также тот, кто выбирает меня своим наставником, получает $25 возврат с каждой лицензии. Что входит в лицензию вообще полностью, да? Это значит информационное и программное обеспечение. Раз. База знаний по 5 направлениям. 2. Поддержка со стороны кураторов и менторов. 3. Формирование портфелей. 4. Финансовые инструменты. 5. Профессия. 6. Личностный профессиональный рост. 7. Продажа франшизы. 8. Вот такие привилегии эта платформа дает. Заметь, новую профессию. Криптоконсультант. Сам основатель является программистом. И под его влиянием находится большая группа программистов, которые привлекаются для быстрой разработки, создания контрактов, улучшения платформы. Давай-ка заглянем внутрь, что же там внутри. Так, основные вкладки, значит, это главное. Календарь событий. Здесь в календаре событий происходят мероприятия, в которых ты можешь участвовать. Мои проекты, мой ранг, моя структура, оплата лицензии, дорожная карта, портфолио, лаунчпад, партнерский раздел, движение средств, академия, профиль и рекламные материалы. Тему можно менять на темную и белую. Также от меня открыт в поддержку
Telegram-чат, в котором ты можешь всегда задать волнующий тебя вопрос по этой платформе, этому направлению, как заходить первыми в такие перспективные проекты. В 3 проекта я уже зашел, 4-й на подходе. Благодарю за лайк, благодарю за дизлайк, благодарю за любой комментарий, любую точку. И до новых встреч. С тобой был заработок M долларов крипто. До встречи.